Бусидо. Путь воина. Зангиев и Накана против Анджо и Мията. Юко Мията против Йоджи Анджо. Вернее, вместе с Йоджи Анджо, конечно же. Это такая пара японская против пары международной. Тацуо Накано и Виктор Зангиев сейчас будут вызваны из раздевалок. А пока Юко Мията, самый маленький боец Бусидо, вместе с Йоджи Анджо, довольно-таки неприятным соперником для наших ребят. Пара вообще такая, скажем прямо, не бей лежачего. Красавец Тацуо Накано, Элвис, Виктор Зангиев. Типично борцовские уши, посмотрите. Кстати, вот на счету Виктора Зангиева уже два парных соревнования. И у него одна победа, одно поражение. А вот Тацуо Накано — человек, который никогда не сдается. Однако на его счету только одна победа в шести парных выступлениях. Будем надеяться, что сегодня эта пара Накано-Зангиев сможет одержать победу. Поскольку очень многое, согласитесь, зависит от партнера. А у Накано партнер очень хорош сегодня. Мията Юко! Юко Мият. Анджо Йоджи! И человек-зебра Йоджи Анджо. Ему 28 лет, 210 фунтов его вес, 6 фунтов ровно рост. Он из Токио. И Юко Мията из Канагавы, ему 32. Смотрите, 200 фунтов он весит, а рост всего-навсего 5 футов 10 дюймов. Тацуо Накано. Виктор Зангиев. И Виктор Зангиев, естественно, наш парень. 34 года, 250 фунтов его вес и 6 футов ровно рост. А это Тацуо Накано из Ибараки, ему 30 лет, 215 фунтов вес, 5 футов 9 дюймов рост. Зангиев вообще уже полюбился японской публике. Совершенно фантастические, какие-то цирковые акробатические номера он проводит. Особенно, когда он делает вертушку, стоя на голове, на борцовском мостике. Уже как бы танцуя над поверженным соперником, держа его на двойном нельсоне. Дай это бог, мы сегодня это увидим с вами. Если это получится, это будет чрезвычайно красивое зрелище. Зангиев отказался сжать руку. Ну что же такое? Почему? Непонятно. Ага. Юко Мията начинает против Тацуо Накано, соответственно, оставив Йоджи Анджо Виктору Зангиеву. И Мията сразу же пошел в атаку на Тацуо Накано. В основном действуя руками. Так, бросил. Бросил Тацуо Накано. Здорово бросил. Кстати, те, кто видел ранние бои Накано, знают, что нос у него достаточно слабая точка на физиономии. И если пару раз ударить ему по носу, то кровь идет, ну, просто-напросто хлещет фонтанами. Так уже было несколько раз. И он может залить кровью, в принципе, весь ринг. Так, Йоджи Анджо вышел на ринг против Тацуо Накано. Но здесь давние счеты, давние. Сейчас будет интересно посмотреть на этот поединок. Молодец, молодец. Накано вовремя передал эстафету Зангиеву. Ну и вот сейчас будет
Схваточка тоже не дурственная, скажем прямо. Йоджи Анджи против Виктора Зангиева. Это Виктор улыбается. Что это такое? Непонятно происходит. Здорово, как защищается Витя, а? Разозлил Анджо Зангиева. Пока ничего не может сделать Йоджи Анджо. Судя по всему, пока идет разведка. Присматриваются пока соперники друг к другу, поскольку, ну, совершенно очевидно, что бесперспективно абсолютно была такая позиция. Вот Виктору бы сейчас в прыжке нанести удар в голову. Вместо этого пропускает он подсечку, но, тем не менее, здорово очень действует. Отсмотрите. Ох, красавец, Витя. Отпустит Анджо он. Да, отпустил. Ну, великодушен Виктор Зангиев. Будем так считать. Да, конечно, Анджо нужно передавать эстафету. Ну, о чем вы говорите? Против Зангиева вообще бороться чрезвычайно неприятно. И теперь Витя будет бросать Юку Мияту по полной программе. Если, конечно, он не захочет продлить время поединка исключительно ради зрителей, это понятно. Неприятный болевой прием, кстати говоря, посмотрите. Да, к канатам пора двигаться, это точно. Потому что нога была взята на излом у Виктора. Не очень много сил он пока потратил, поэтому не видит необходимости меняться стационно кана. Сейчас два неприятных удара нанес Юка Мияту. И в итоге завершил все это броском. Как же Зангиев уходит от таких захватов? Но это великолепно, да? Элементарно. Просто-напросто цирковые номера выписывает. Я думаю, публика, наоборот, хочет видеть Зангиева на ринге. Захватил ногу Юка Мията. Юка тоже тертый калач. Он очень здорово умеет защищаться. И очень здорово уходить от болевых. Вот этот вот недостаток в своем росте Юка Мията компенсирует совершенно превосходной, практически филигранной техникой владения ударами. И очень часто поддерживает победу. А что это Йоджи Анджо как-то некрасиво себя повел? Но Накана вообще, друзья мои, славится тем, что очень сложно его заставить каким-то образом передвигаться по рингу и показывать свое мастерство до тех пор, пока он не получает хорошенько по физиономии или его кто-нибудь не берет на болевой. Вот сейчас его, скорее всего, Анджо разозлил. Вы видели все сами. Удар колена. Вот, пожалуйста, вам по физиономии. Сначала открытой ладони и вперед колено в лицо. Это все разрешено. Это в правилах Бушидо прописано очень и очень четко. И, очевидно, Йоджи Анджо разозлил Накану. Вот. Вот все вот это может выйти Анджо боком. Поскольку известно, как я уже только что говорил, Тацу Накана очень долго запрягает, но затем быстро едет. В принципе, понятно, что на японца это не очень похоже. Не свойственно это представителю страны восходящего солнца, но тем не менее. Если сейчас Тацу Накана разозлится, то Йоджи Анджо нужно просто-напросто прятаться где-нибудь в раздевалке, в туалете или в душевой. Сейчас, мне кажется, начнется настоящая битва. А если еще учесть, что Витя Зангиев там отдыхает за пределами ринга и может появиться в любой момент,
то мне кажется, что очень захватывающий бой нас ждет. Дотронулся до канатов. Сейчас Накана попался на болевой. Да, передал эстафету. Вот видите, как я уже говорил, похоже, кровь из носа у Накана уже течет. Ну, это и не удивительно, и главное, ничего страшного. Сейчас Йо Джан же показал, что якобы он будет меняться, но потом передумал. Витя, бросай, конечно же. Вот сейчас. Вот вам, пожалуйста. Вот это Зангиев в действии называется. И если он будет поднимать сейчас Анжу, а он может это сделать, и бросит из такого двойного Нельсона фактически. Ну что, ну что, ой-ой-ой. А смотрите, медленно-медленно так. Ох ты! Ну что, Виктор, за это надо мстить, наверное, да? Бросил. Ну, пока как бы не все очень плохо для Виктора. Очевидно, все-таки Виктор приберегает свои фирменные приемы на сладкое. А Юка Мията пошел молотить ногами почем зря. Но очень грамотно перераспределяет свой вес Виктор с ноги на ногу, с левой на правую. И таким образом эти броски как-то не чувствительны для него. А вот посмотрите, Виктор провел бросок Юки Мията. Сейчас уже Юка так смешно выглядит, конечно, это. Когда Юка Мията бросает Виктора Зангиева. Ну, конечно, все это от лукавого позволяет Виктор, мне кажется, Юке так побаловаться, что ли, немножечко. Вот Тацуо Накана единственное. Чего он медлит? Ох, как Юка ушел! Ну вот вам, пожалуйста, и кровь появилась из носа у Накана. По-моему, это единственный, у кого так быстро начинает течь кровь, у кого такие слабые сосуды. Ну, что делать? Это все зависит от физиологии человека. Ой-ой-ой, два удара, три удара. Пропускает уже Тацуо Накана в голову. А ведь только что было преимущество у пары Зангиев-Накана. И теперь впереди уже Мията Анжу 15-14. Ну и будем смотреть, что же сейчас покажет Виктор Зангиев в борьбе против Йоджи Анжу. Будет ли он мстить за своего напарника в сегодняшнем поединке? Очень увертлив Виктор Зангиев, согласитесь, да? Защита у него просто превосходная. Защита причем от всего, от ударов, от бросков, от болевых. И сейчас будешь швырять. А как любит публика такие броски. Ох, друзья мои, вы не представляете. Ну что, вот пошел болевой очередной. О! Вот это что-то новое, вы посмотрите. Да. Ну что же, Мавр сделал свое дело. Поработал на публику, Мавр может уходить. А сейчас как с разворота-то, а, ударил Тацуо Накана. Пора, пора Мията уходить. Только что он выдержал такие издевательства со стороны Вити Зангиева. Бросай! Есть! Здорово бросил Накана. Здорово! Что делать? Ну и... Что же будет происходить? Мне очень интересно. Я думаю, конечно, сейчас не получится чистой победы. Да, ушел. Ушел Йоджи Анжу от этого захвата.
Но обратите внимание на его левую руку, она все равно находится за спиной. Очень неплохо сейчас атакует Тацуо Накано. Отпустил, тем не менее. Йоджианжо. Ага. Вот как грамотно работает Тацуо в команде. Идеальный напарник. Как он вовремя передает эстафету Виктору Зангиеву, поддерживая правильный очень темп на ринге. Оханжо сейчас понимал, что будет. Как бросил его. И вот она классика от Вити Зангиева, посмотрите. Как все любят это, что он делает. Ну и, как правило, это окончание поединка, да. В очередной раз я буду молчать, чтобы наблюдать за этим. На мой взгляд, идеальная парочка. Вот это. Как в рекламе. Сладкая парочка. Тацуо Накано и Виктор Зангиев. Может быть, даже Зангиеву удобно драться не с Салмановым Хасимиковым. Хотя, конечно же, своя рубашка ближе к телу.